Встреча старых друзей может обернуться для одного из участников уголовным процессом. Столичные милиционеры задержали 40-летнего минчанина, который забрал у своего знакомого золотые украшения. По информации правоохранителей, мужчины вместе выпивали. Застолье они устроили прямо в подвале дома. В какой-то момент один из товарищей уснул. Тем временем второй участник праздника не растерялся и забрал у друга золотую цепочку с крестиком. Украшение было на шее у потерпевшего. Общая сумма ущерба более 3000 рублей. Похищенные золотые изделия были обнаружены в ломбарде недалеко от места происшествия. Известно, что на вырученные деньги злоумышленник приобрел алкоголь.